Укуси. 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 Всем привет! Меня зовут Алина, моя мама Наташа. И вы попали на новое видео на канале Эллен Стар. И сегодня мы проверим свою удачу. Все, как вы любите. И в сегодняшнем челлендже мы будем испытывать именно так свою удачу. Вот эти вот коробочки нам будут приносить разные ингредиенты. И что мы будем с ними делать, будет решать вот этой таблички. Откуси, лизни или ничего. Друзья, поехали играть в этот челлендж. Давайте с нами. Пока мы не выбрали, какое действие мы будем делать. Поставьте лайк. Подпишитесь на канал, те, кто еще не подписался. Давай. Я выбираю вот этот листик. И мне будет... Та-дам! Лизни! Я возьму вот этот. Укуси. Укуси. Ложи. Так, молодец. Я еще не молодец. Я не открыла. Я открыла, закрыла, открыла. Опять закрыла. Значит, мне вот так, чтобы было видно. Мне надо будет лизнуть. Что-то... А мне укусить. Закрываем глаза. Открываем глаза. И что там у нас? Сейчас покажем. У-у-у, как интересно. О, это же чеснок. Кто его любит, тот его и съест. Мне надо будет его лизнуть. Алинке? Укусить. Укусить. Я беру один. Я облизываю. А, язык печет. Она кусает. Давай, кусай. Крум-крум-крум-крум. А, печет. А, печет. Да ты будешь здоровенькой всю осень. Надо было помидорчика принести и закусить ей. Вот так вот. Полезная штучка чесночок, друзья. И вкусненько, если, конечно, есть рядышком зубная паста или жуйка какая-нибудь, да? Итак, выбираем следующее действие. Ложи бумажку. Давай, закрывай глаза. Начинай выбирать. Колдует она. Давай, давай, выбирай. Ну! А я выберу вот эту. Кто быстрее откроет? Опа! Укуси! Надо будет укусить. А тебе ничего. Вот так ложи. Закрываем глаза. Раз, два, три. И что там у нас внутри? Ух ты! Это шоколад! Ах, я люблю шоколад, мне надо будет укусить, но я могу и съесть его. А тебе ничего. Тебе только укусить. Обожаю шоколад. Действие наше скручиваем. Алина хотела перемешать. Перемешивай. Давай, давай. Закрывай глаза. Хорошо. Окей, так перемешиваем. Ты сможешь. Выбирай. Выбираю то, что подальше от меня вот этот. Выбирай. О, мне лизни. Это еще куда не пошло. А тебе? А мне? Ну давай, открывай! Ничего! Закрываем глаза! Что у нас там? Неизвестно! Мне надо будет лизнуть! А тебе? Ничего! Ничего!
Интересно, что у нас там? Не открываем. Открываем. Итак, открываем. А там... Как вкусно. Ложка там. Ну все, мам, тебе повезло, что ты не будешь кусать ложку. Да. Ура, у меня ничего. Вкусно. Вкуснее, чем шоколад. Курочка вкусная. Хорошо, что никто ее не кусал, действительно. Да, продолжаем дальше, ребята. Очень интересно, все дальше интереснее получается. Сворачиваем наши действия. Ложим их обратно в тарелочку. И теперь я перемешиваю. Давай, выбирай. И я вторую. Кто первый откроет? Опять лизни мне. А у меня... Укуси! Ну, кому повезет. Закрываем глаза. Открываем. Итак, друзья, что сейчас Алина будет кусать? Наверное, какого-то жучка. Нет. Да, или паучка. Нет. Да, или листочек какой-нибудь. Нет, давай, открываем. Кастрюлю кусишь. Давай. Раз, два, три. Ура! Смотрите, ребятки. Это повезло тебе на этот раз. Смотрите, какое оно крутое. Да, мне надо будет его лизнуть. Давай я первая. Окей, держи. Ах, вкуснятина. Давай. Так хочется укусить. Подожди. Можно еще раз? Нет. Ну, пожалуйста, я еще раз один изучу. Все, теперь я. Один раз. Так нечестно, попалась ей укусить. Еще такое вкусное мороженое. Фиолетового цвета. Ты говорила, жучки? На жучки, да. Губы фиолетовые. Ну все, хватит кусать. Играем дальше? Давай. Дальше будет еще интереснее. Ложи мороженое. Вытираем рот. Вот, Алинка укусила. Ей повезло. Очень. Вкусное. Очень вкусное. Скручиваем свои действия опять. Продолжаем дальше. Хоть бы мне повезло. Итак... Начинаем вытаскивать. Давай. Алина первая, я вторая. Открываем. Действие. Опять лизни. А у меня укуси. О, повезло опять. Интересненько, что там. Хоть бы там был какой-то чупа-чупсик. А там... Та-дам! Лимончик. Любишь лимоны кусать? Нет. Откуси лимон, откуси. Не надо будет его просто лизнуть. Ну вот, я его пооблизывала, теперь можешь кусать. Давай, кусай. Так хорошо кусай. Кусай. Давай. Давайте болейте, ребятки, ставьте лайки. Чтобы Алинка откусила этот лимончик. Что укусила? Все, укусила, наконец. Укуси. Если надо было укусить, это не значит, что можно кушать. Можешь его не кушать. Но укусила. Хорошо. Прошла она, ребятки, правда? Как вы считаете? Напишите комментарии. Сворачиваем и перемешиваем. Давай. У меня ничего. А у меня лизни. Лизни. Открываем глаза. Интересно, что там такое? Что-то большое. Вот что у нас. Курочка. Я ее могу только понюхать. Или даже ничего.
А мне лизнуть. Соленая? Нормально, вкусненько. Курочка, пока, 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 пока. Погнали дальше. Складываем, складываем, складываем. Пойдем. И перемешиваем. Давай, берем! Опять ничего! А у меня укуси! Закрываем глаза. Да! Открываем! Что там, что там, что там? Да! Так! А здесь... Крабовые палочки! Ура! А Алинка их очень любит. А ты? Я нет, поэтому я ничего. А тебе надо будет укусить. Положи уже! Хватит! Один раз укусить! О, это были крабовые палочки, которые Алина любит, и ей повезло! Да! Так что давай дальше, погнали! Чуваем и перемешиваем! Да! Достаем! Я уже хотела! А мне опять ничего! А мне укуси! Раз! И два. Открываем глазки. И что там у нас? Это... Это же лед. Классно его покусать. Ты как раз укуси. Давай. Как? Давай. Мне ничего. А ты давай. Ох, ты сегодня накусалась уже. А чего ты? Ох, она уже съела его. Мы не слышим, что она укусила. Ну, укуси его. О, укусила. Вкусно? Можешь не кусать, можешь уплевывать только не в тарелочку, ручку. Она не съест его, чтобы потом горло не болело. Итак, друзья, вы видели, какая сегодня была интересная игра-челлендж. Кому сегодня повезло больше, Алине? Или маме? Подпишитесь, те, кто еще не подписался. А также можете заходить по ссылочке, которая внизу, на инстаграм Алины. Там много фотографий из жизни Алинки. Напишите в комментариях, что бы вы хотели попробовать, лизнуть, укусить или ничего не сделать. Мы вас всех любим и всем